любви сорвала бурные аплодисменты. В Казани выступила Тамара Гвацители. Артистка привезла свою новую программу. Исполнила любимые публикой песни собственного репертуара и всемирные хиты. А еще призналась, что концерт в столице Татарстана один из самых волнительных. Почему? Знает Маргарита Петрова. Спасибо этой сцене, спасибо тебе. Прежде всего за любовь. Именно этому чувству певица посвятила концерт не только в привычном его понимании. Пела и о вселенской любви. Например, в гимне родной земле на музыку Гея Кончеля. В Казани Тамара Гвацители пела на 7 языках. Одна из самых романтичных певиц перевоплощалась то в чувственную француженку, то в знойную южанку, перенесла зрителя в атмосферу израильских храмов и мюзикла «Скрипач на крыше». Премьеру этой программы артистка представила в июне на сцене Карнеги-Холл в Нью-Йорке, а в Казани призналась, сюда тоже приезжать волнительно. Мне всегда радостно приезжать в Казань. Это один из самых культурных, наполненных эстетикой городов мира. Поэтому я всегда сюда приезжаю и волнуюсь всегда. Еще певица рассказала, как повлияли на нее разговоры с Ренатом Ибрагимовым, с чего началась ее коллекция вееров и многое другое в интервью для нашей субботней рубрики «Культурный Татарстан». И хотя опаздывала на поезд, все равно просила не закрывать преждевременно кулисы и благодарила музыку и зрителей. Маргарита Петрова, Амир Залюшев, ТНВ, Казань.